Ом намасте, дорогие друзья, с вами снова Ярослав Мудр Воронцов, и я хочу пригласить вас на очередной тренинг, который будет проходить у нас в этот раз в Индии с 18 марта по 27 мая. Тренинг будет проходить в несколько заездов, и заезды длятся от 10 до 7 дней. Расписание вы можете посмотреть у нас под видео. Дни заезда и время пребывания на тренингах. Вкратце о самом тренинге. Тренинг будет проводиться в Индии. Город Варкала-Бич находится на прекрасном побережье. Море, песок, фрукты, духовное место, аюрведический центр. Ребята, ну лучше не придумаешь, лучше не придумаешь. Что будет входить в нашу программу? Кстати, программа называется «Перезарядка семи сфер нашей жизни», которая включает в себя все семь основных уровней, начиная физическое чувство, это бизнес, успех в бизнесе, это семейные отношения и любовь, это возможность проявления своих творческих способностей, это познание себя, окружающего мира и связь с духовным, с Господом, кто как называет. Как будет проходить программа? Программа будет проходить у нас состоит из трех частей каждый день. Утром полтора часа у нас будет йога. Затем с 10 до 2 часов это тренинг. Тренинг будет каждый день, это все будет проходить, на котором у нас будет теоретическая и практическая часть. И вечером это энергетические практики, где мой коллега Юлия будет проводить с вами обучающие техники массажа, самомассажа и массаж в парах семейных, где вы сможете научиться, как правильно делать энергетический массаж, заряжать своего партнера для того, чтобы раскрывать женские и мужские энергии и добиваться максимума результата вашей совместной деятельности. Также хочу напомнить вам, что Kerala State – это штат аюрведический, здесь очень много аюрведических центров, где у вас будет прекрасная возможность посетить аюрведические клиники, которые довольно по приемлемой, очень по хорошей приемлемой цене, и получить консультации и процедуры из первых рук от последователей ведической культуры аюрведа. Также нужно сказать, что этот город Варкала-Бич – это курортная зона, которая в себе совмещает несколько аспектов. Это зона отдыха для европейцев, все там предназначено для европейского отдыха, и одновременно духовность индийской культуры, где есть прекрасные духовные места, такие как храм 2000-летний Господа Вишну. На берегу прямо сам находится также источник святой воды, где омовение принимал сам Господь Кришна и Шри Чайтанья, Господь Шри Чайтанья. И также, что еще там есть хорошего, проводится на берегу океана, проводятся яги, поминовения усопших родственников по ведическим традициям. Сам делал три раза, очень результативно это было после. Ощущалось облегчение, ощущалось чувство поддержки рода. Это был мой личный опыт, каждого свое. Со всех уголков Индии туда регулярно приезжают паломники для того, чтобы принять омовение в этих святых источниках и отдать дань своим усопшим родственникам через яги. Очень прекрасное место. То есть мы подобрали место сочетания вот именно отдыха, аюрведических центров, прекрасные фрукты по экономической хорошей цене, как, например, кокосы 20-25 рупий, это 1/3 доллара, 25 центов, 25-30 центов, окей. Я ж не говорю о других прекрасностях, которые растут в Индии.
Вот, в принципе, ребята, все, что будет у нас, это вкратце. Более детально смотрите в нашем посте. И мы ждем вас. Я верю, что это будет прекрасное время для зарядки ваших энергетических центров, для перезарядки всех сфер основной жизнедеятельности. Вы уедете оттуда не просто заряженными солнцем, водой, духовностью этого места. У вас также будут полноценные техники и знания, как улучшить и развить в дальнейшем свои сферы жизни, наладить в них порядок, навести в них порядок. На самих занятиях мы будем проводить также, очень много будем уделять внимания семейным отношениям, семейным и жизненным отношениям. Для тех, кто в паре, это будет полезно для того, чтобы пересмотреть свои ценности, все ли в порядке, как вот дом, когда построили дом, и нужно сделать ревизию, когда дом, мы знаем, хороший он или нехороший, на прочность. Тогда, когда возникают какие-то потрясения, ураганы, бури, и также в нашей жизни, вот живем и горе не знаем, но когда возникают какие-то испытания, кризисы, мы понимаем, что, эй, оказывается, все не так-то у нас классно, а годы ушли, и порой невозможно вернуть потерянное. А посему у вас будет прекрасная возможность оценить свои отношения, найти слабые места для того, чтобы залатать их, укрепить и предотвратить возможные кризисы, которые у нас в жизни всегда есть. Те, кто без пар, будет прекрасная возможность найти, отработать, шлифовать техники, которые позволят вам правильно найти своего партнера. Найти своего партнера и подобрать его в соответствии с своими способностями, своим классом, своими психологическими особенностями. Мадамский джентльменский набор, который мы отшлифуем. У нас будут практические занятия в парах, где вы сможете все это отработать детально. Плюс все это время вы будете с нами, и у вас будет прекрасная возможность поработать индивидуально, пообщаться, ответить на те вопросы, которые у вас есть. Что обычно не получается в то время, когда мы проводим какие-то тренинги, семинары на выезде здесь, на территории СНГ. Поэтому прекрасное место, духовное солнце, воздух и вода, плюс духовность и наша атмосфера семи сфер развития помогут вам достичь максимального успеха в том вашей прекрасной жизни, в которой вы хотите быть успешными. Ждем вас на нашем тренинге. Детали смотрите под видео в нашем посте. С вами был Ярослав Мудрый Воронцов. Больше информации, друзья, на нашем сайте vedadom.com. Я люблю вас всех и жду вас на нашем тренинге, который принесет вам массу полезной информации. Вы будете счастливы и довольны. Ждем вас там. Будьте счастливы. Ом намасте. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам столицей. Ом намасте.